Коли замість жовтенят, які малюють крейдою на асфальті, безхмарні картинки стали звичними для нас діти вулиці? Наскільки пам'ятається тоді, коли вщент розвіялися міфи про соціальну рівність і світле майбутнє? Невпинне зростання кількості безпритульних дітей на вулицях спонукало впровадження державної програми, згідно з якою в 1997 році в Миколаєві було створено притулок для дітей. Притулок утворено від дієслова «притулити», що означає «прийняти, влаштувати когось, дати місце, хліб». Тлумачний словник «Даля». Спочатку миколаївський притулок був розрахований на 10 дітей. Зараз одночасно тут перебуває майже 90. І працівники притулку вважають необхідним збільшення кількості місць. У 2005 році через притулок пройшло 422 дитини, в 2006 – 396, в 2007 – 353. 85% мешканців притулку – соціальні сироти, тобто діти, в яких є батьки, але вони з різних причин не беруть участі у вихованні дітей. В 2007 році через притулок пройшли 33 дитини, вилучені з неблагополучних сімей, 9 – загублені та 289 дітей-втікачів. На сьогоднішній день у нас є діти, яким спеціалісти виставляють діагноз – органічне пораження головного мозку. Там абсолютная непредсказуемость, где-то неадекватность, то есть этот ребенок, он может услышать по телевизору город Киев, прекрасный город, все, он будет через два дня в этом Киеве, и все, и мы его ничего не сможем сделать. Категория детей, которые уходят из семей, ну, тут есть по-разному, есть уход от плохой жизни, а есть уход от хорошей. В данном случае идет, мне кажется, речь о гиперопеке. То есть все положено на алтарь ребенка, но на каком-то этапе ребенок понимает, что ему это не надо, ему надо было просто человеческое отношение. И семьи, где вообще дети невидимки для своих родителей. Эти дети ищут, чтобы их заметили, чтобы на них обратили внимание. Иногда они это делают при помощи правонарушений, даже чтобы привлечь внимание к своим родителям, ну, к своих родителям. В принципе, как-то вот меняется все время даже процентное соотношение. Если раньше это процентов 70 детей, 80, которые были в приюте, это были именно бродяги, то на сегодняшний день очень это изменилось. Это уже единичные случаи, там, так на уровне все приходят посмотреть на него, потому что, ну, это редко. 14-річна Олена першу половину свого, так би мовити, дитинства провела за соціальною матір'ю, доки та не померла від зловживання алкоголем. Спочатку, коли перший раз туди попали, мене обрали. Потом в Одессу завезли. Потом с Одессы меня сюда в приют отправили. Потом я сбежала и пошла к папе. Когда папа с тюрьмы вышел, мать умерла потом. Я пожила у папы, потом мы сошлись с женщиной. У меня двое детей, начали жить вместе с ней. И она меня выгнала потом. Виживання дівчинки продовжилось на смітнику. Вона не мала поняття, як пишеться її ім'я, але знала, як заробити гроші, збираючи метал і картонні коробки. Коли Олена потрапила в притулок, її стан спеціалісти порівнювали із так званими лунками наркомана. Дівчинка перебувала в істериці. Тепле ліжко, чистий одяг і смачна їжа – це не її середовище. Я привикла вже жити на свободі. Куди захотіла, туди пішла. Куда захотела, туда пошла. А что такое вольная жизнь? Ну, вольная жизнь. Ты куда захотела, туда пошла. Что никто не запрещает. 2003 год, она была абсолютно адекватным ребенком. Она, в принципе, неплохо там, соображала, там особого никто задержки не ставил. Но фраза «папа за мной все равно придет», она в конце концов переросла. Раз папа за мной не пришел, я пошла сама к папе. Ребенок не может себя чувствовать брошенным. Коли соціальні сироти потрапляють в умови притулку, перша проблема в період адаптації – боротьба між «хочу» і «треба». У них у всіх нарушена емоціональна вольова сфера. Для них є «я хочу». Надо там, где-то на 25-му місці. Надо. Надо вчитися. Вони то не розуміють. Кому? Говорить, вам надо? Я говорю, ні, мені не надо, я закінчила школу. Говорить, мені теж не надо. Мені це не надо. Я хочу. Друге завдання працівників притулку – відкоригувати дитячий світогляд, адже вони не мають уяви, що життя може бути інакшим. Єдине, ми стараємося трохи скоректувати представлення дитини у сім'ї, у матері, що повинна робити мати, що не повинна робити мати. Тому що діти, які бачать, ну, як би, все время, що там папа б'є маму, да? Для них це норма. Ну, так же вели себе їх батьки.
Вот, поэтому при помощи ролевых игр мы пытаемся это изменить. Хотя бы вот восприятие. Мультики, сказки не просто бездумно посмотрели и забыли. С обсуждением. Правила поведения. Кого, как можно обижать, нельзя ли обижать. Но, как правило, первое вот занятие с обсуждением основных правил вызывает бурю протеста. Папа бьет маму, это нормально. Мама провинилась. Все. Как объяснить ребенку, что это неправильно? Папа делает неправильно, быть не может. Или мама там, например, обижает. Как правило, у этих детей процентов на 90 искажена полностью картина о семье. Вообще, как о самой вот ячейке этого всего. Поэтому тоже стараемся. Тоже как-то. Если нет возможности ребенка передать в биологическую семью, то тогда есть приемная семья. Ну, есть хотя бы шанс, что ребенок вырастет полноценным членом и заведет свою семью. Да, там момент даже 2 года назад единичные дети говорили, что они хотят своих детей. Да, ну их мешать будут. З 353 дітей, які перебували в притулку минулого року, 55 – з прийомних сімей і інтернатів, 126 – з повних сімей і 180 дітей – з неповних сімей. Працівники служб у справах дітей і притулку говорять, що останнім часом стала тенденцією відмова від старшої дитини матір'ю, яка вийшла заміж вдруге. Старший ребенок, він не у діл становиться. Есть у нас случаи жестокого обращения, в таком случае к ребенку там по маме уголовное дело возникает. Есть у нас случаи, когда просто ребенок вычеркивается из жизни, вот просто перечеркивается. И на сегодня пример, когда мы этого ребенка хотим вот в приемную семью, он боится туда идти. Он отказался сейчас, мальчик, потому что он боится. То есть психологически выстраивается линия, почему такое пошло у него, а он просто боится. Боится какого-то общения, потому что он от людей не ожидает ничего хорошего. Его больше устраивает, когда он на много детей, много людей, и это люди государственные, то есть он здесь, он пойдет навстречу. В любом другом варианте он не пойдет. Артему 12. До притулку потрапив в серпні минулого року. Мати категорично відмовляється забирати свого старшого сина. Вдома у 31-річної жінки ще 3 менших дітей. Каждый ребенок от другого папы. После меня идет брат Павлик, ему сейчас 7 лет. Потом идет сестра София, ей 4 года. Потом брат, ему 3 года будет. Ну и все. Кто чей папа? Самый младший это вот этого отчима, сейчас мама с ним живет. А потом Игорь там отец у Софії, а у Павліка отец Андрій. Своє затягнуте перебування в притулку дитина, списана в непотріб, пояснює так, як хотілося би їй, і не хоче змирятися з реальністю. Мама не приїжджає. Не може мене забрати. Наталка в притулок потрапляє вдруге. Вона заблукала з меншою сестрою, коли забирала її з садочку. Дивно, але ні перший, ні другий раз сестер ніхто не шукав. Та найжахливіше в цій історії, коли матері повідомили про дітей, вона приїхала в притулок, пообіцяла забрати їх через декілька днів і поїхала далі влаштовувати власне життя. Відтоді минуло понад 2 місяці. Если на маму посмотреть, вот она приходит в приют, никогда в жизни не скажешь, что эта женщина может так спокойно относиться вот к тому, что дети здесь. Она говорит, что она их любит, она может даже плакать, она обещает. Это уже не первый раз. Но для того, чтобы изменить свою жизнь так, чтобы ребенок мог находиться с ней, к сожалению, мы не видим. Результатов на сегодня не видим. Наталка з нетерпінням чекає повернення мами і хоче додому. І як пояснити дитині, що вона не входить в плани рідної неньки на цьому етапі особистого життя? Я хочу к мамі. Мама, лізь, ти мене злижуй, забери мене, пожалуйста. Ми не можемо їх
отворачивать от семьи, скажем так, то есть говорить, что мама к тебе не приходит, потому что она плохая. Мы не можем сказать, что ты никому не нужен, ты нужен всем. И одновременно мы делаем преступление, потому что мы врем детям, потому что мы реально понимаем, что мама будет приходить в приют, просить свидания с ребенком, говорить о том, что я завтра приду, послезавтра, я тебе куплю, но она не приходит. А ребенок ждет этой встречи, он хочет к маме. Какие бы они ни были, эти мамы, папы, бабушки, дедушки, родственники, они детям много обещают, говорят, что они любят, но по жизни дети с этим не сталкиваются. А мы потом все это берем на себя. То есть фактически на каком-то этапе вот у этих детей мы можем стать, ну, источником зла, в принципе. То есть они могут сказать, что в приюте было плохо, потому что мы их обманули. А без обмана невозможно. Как можно ребенка здесь содержать, то есть что-то ему не говорить хорошее? Так нельзя, надо говорить только хорошее. И прекрасно понимая, что мама не придет, мама не возьмет, но мы говорим, что мама лучше всех на свете. Никто не знает, как завтра жизнь сложится. Может быть, будут приемные родители, а может быть, кто-то удочерит, а может быть, эта мама будет уже нормальным человеком, а может, по жизни повезет с хорошим человеком, и кто-то заменит маму, и кто-то папу заменит. Такое же может произойти. Но если мы сейчас у ребенка заложим ненависть к родным людям, она будет их преследовать всю жизнь. Поэтому получается, что, наверное, это вранье во имя какого-то блага, но когда оно будет, мы не знаем, к сожалению. Такі, як 16-річна Оленка, в притулку зустрічаються рідко. Проживши 15 років з матір'ю-пиячкою, сама попросилась в сільраді вилучити її з небезпечного середовища. Говорить, через умови, в яких жила, не могла нормально відвідувати школу, виконувати домашні завдання. В 16 років рахувалася у 8 класі. Мати пише їй іноді листи, але повернути дитину спроб не робить. З листів дідуся дівчинка дізнається, що мати і далі пиячить. Новин у нас майже немає. Твої в своєму репертуарі. П'ятирічна Аліна – дитина закордонного заробітчанства. Народжена від матері з Миколаєва і батька румуна в Італії. Там і зареєстрована її поява на світ. Мати залишає Манюню на дідуся з бабусею, які пізніше помирають. И у нас эта малышка стала здесь, продала квартиру здесь, дала, значит, доверенность третьему лицу, для того, чтобы он распоряжался ее делами. Но по той доверенности можно было ее в рабство продать, которую она дала. В общем, он продает квартиру. Эта женщина поселяется в общежитии с этим детем, живет в общежитии, потом находит себе сожителей, перебирается к нему жить. Это Корабельный район у нас. Перебирается к нему жить, там она живет, рождает второго ребенка. Мальчика она родила, прожили они там какое-то время, там возник вопрос об отобрании решением суда, и у нее ребенка суд становится на сторону матери, то есть она доказывает, что она хорошая, и девочку у нас забирает. Дитина залишиться тут на невизначений термін. Складності в оформленні статусу позбавленої батьківського піклування. У цієї дівчинки є папа. Папа у неї. Регістрація дитини відбувалася в Італії. Есть у нас свидетельство о рождении, то есть документ с генерального консульства, где ребенок зарегистрирован и вписан папа. То есть на сегодня папу этого найти очень сложно. Это уже год он ищется, всеми кеми только возможно. Он преступление не совершил, а его просто надо физически найти. То есть мы попадаем в определенные законодательные какие-то, в общем, рамки. Вот. Но так или иначе, этот ребенок находится у нас, и оформить мы ее никуда не можем в связи с тем, что статус ребенок не может получить на полное гособеспечение. И папу этого найти невозможно. Мама делась в неизвестном направлении. Працівники притулку сподіваються, що в Миколаєві залишились знайомі або родичі мами Аліни, які можуть допомогти встановити місцезнаходження батьків дівчинки. А тим часом, видаючи бажане за дійсне, дитина розповідає нам про свої фантазії. Папа Наташа. А де мама Наташа? Теж топа. А в якому місті? Далеко. А ты давно маму видела? Нет. А когда ты ее видела? Вчера. Проблема дітей-заробітчан особливо гостро постала в останні 5-6 років. И у нас были случаи, когда уже как бы
какие-то действия производились, то есть как бы до суда. То есть бабушка настаивала и была согласна, чтобы маму лишали родительских прав, то есть ее дочь. Но мама звонила с Италии, просила нас, не отдавайте ребенка, у нее были там проблемы, я приезжаю, я забираю, у нас такое было, приезжали мама и забирали. Либо появляется мама здесь, то есть проходит истечение времени какое-то, мама появляется здесь, и ту работу, которую служба делала со слов бабушки ребенка, оказывается просто мифом. Поэтому, когда оставляют, юридически не оформляют. Но, в принципе, то, согласно закону, бабушка является ближайшим родственником, бабушка, дедушка, которые имеют право принимать участие в воспитании ребенка. И препятствовать этому никто не может. То есть, вроде бы, как все правильно было сделано. У них была внутрисемейная договоренность. Но эта внутрисемейная договоренность, не имея материальной поддержки, она превращается вот в такие акты. И здесь у нас потом картины очень неприглядные разыгрываются. Получается, как бы все идут на доверие стариков, что да, это плохо, это нехорошо, это вот какие-то обстоятельства там возникают еще дополнительные. А когда уже здесь находится ребенок и идет предметный разговор, то совершенно картина поворачивается по-другому. И такое довольно часто происходит. Нерідко серед мешканців притулку зустрічаються діти з сімей, які оточуючими і службами характеризуються як благополучні. Надо ребенка не просто слушать, но и слышать. Какие-то его потребности. Мы столкнулись еще с таким моментом, что родители пытаются свои какие-то нереализованные мечты воплотить в ребенке. Там музыкальная школа, там скрипка. Там. Но ребенок этого не хочет делать. Он сказал, говорит, я маме сказала, если ты меня еще раз отправишь в музыкальную школу, я развернусь и уйду. Он же хозяин своего слова. Он развернулся и ушел. Парень сказал, парень сделал. Все. А мама не понимает. Мама тут пришла в обмороке. Я же ему хочу дать музыкальное образование, ему надо. Ну, ему надо это музыкальное. Он парень, ему хочется пойти в футбол, поиграть там с мальчишками, там, в казаков-разбойников. Ну, такие вещи какие-то. Нет. Ну, все. И начался очень серьезный конфликт, и на сегодняшний день мальчик с ними не живет. Через півтора місяця перебування в притулку в психологічному стані і поведінці Олени намітилися зміни на краще. Оточення вже не здається їй ворожим. Ксюша, Наташа. Алена, Кристина, практически все. У меня все подружки говорят, все будет у тебя хорошо. Адаптация проходила неровно, от вспышек просто плача, вот необъяснимой какой-то агрессии по отношению к всем, до абсолютного спокойствия, да, я бы сказала, даже полного инфантилизма, то есть, ну, вообще, вот, то есть, ничего не интересовало человека. Потом постепенно как-то вот она начала интересоваться, она начала выполнять задания, которые давал воспитатель. Ей нравится рисовать, пытается что-то придумать. Ну, вот мы попытались подстимулировать то, что у нее получается. Олена вчить ази граматики та арифметики, з задоволенням виконує завдання. Вже розуміє, що життя від існування відрізняється наявністю мети. Але іноді все ж таки впадає в депресивний стан і її очі наповнюють сльози. Коли вспоминаю за папу, то як мама умерла, починаю плакати. І ще моєї собаки не вистачає. Маленького. А я была собачка. С ней надо работать индивидуально. Если будут готовы к этому педагоги, тогда есть, конечно, шанс спасти ребенка. Если нет, то она просто потеряет к этому интерес. На сегодняшний день к обучению Алены подходит индивидуально, то есть по нарастающей отдельно. Не акцентируя внимание, что ей там дается задание чуть легче. Ну, то есть, как бы, да, ну, если это дальше будет продолжаться, то есть шанс. Да, ребенок мечтает о доме, ну, это как бы нормально. Но вот эти вот решения, я просто еще не готова сказать, потому что я не знаю, ну, что она хотела, она написать не смогла. Но вот это попытка закрыться. Увага з боку працівників притулку допомогла не одній дитині інакше глянути на світ і багатьом вперше відчути себе людиною.
Им столько времени ничего не давали, их столько времени никто ни о чем не спрашивал, там, начиная с каких-то там даже просто как тебя зовут и заканчивая чего ты хочешь, что здесь они хотят всего. Они хотят внимания от всех. Если появляется новый человек какой-то, то это свободные уши, надо все обязательно рассказать. Причем, по большому счету, они ничего тебя не просят. Они тебе будут просто рассказывать. Вот сам факт, что вот ты на них смотришь, ты киваешь, а не дай бог, ты потом зашел и назвал его по имени. У них первое время шок, что меня запомнили. Оленка за перше півріччя навчального року в притулку закінчила екстерном 8 клас і вже зарахована до 9-го. Охоче бере участь у всіх шкільних заходах. Сумує за домівкою? Мабуть. Про маму думаю в основному так. Ну, про друзів теж. Тож я тут більше, ніж півгода, виходить. Їх давно не бачила. Ну, вони мені тільки пишуть, ну, то, що пишуть, мало цього. Хотілося вже побачити, там, розказати, багато чого інтересного у мене тут пройшло в приюті. Не жалію ні капельки, мені тут подобається, сильно подобається так. Тільки позитивні емоції тут. Ну. І, ну, я ж кажу, тільки от такі, що хочеться просто побачитися з ними і все. А я б сюди, мабуть, от якщо б мене відпустили хоча б на 3 там, дня, щоб там побачитися, я могла там щось розказати, там, чимось поділитися, там все, я б назад сюди приїхала, мені тут подобається. А мама, що продовжує в тому ж самому духі, не справляється. Ну, як мама, я не знаю. Я взагалі, я думала, що якщо я сюди взагалі попаду, що, не знаю, вона взагалі зміниться, там, перестане пити, такі мислі якісь були, що все наоборот буде, а воно якось виходить не так, як ти хочеш. Все по-другому. Та все ж таки до більшості мешканців притулку навряд чи повернеться довіра до людей, перекреслена в їх душах власними батьками. Тільки в деяких не залишиться озлобленість на оточуючих, адже в їх пам'яті назавжди закарбувалися спогади про життя без дитинства. Бабутка, мені біля. Мене сюди менти привезли. Коли мами лежали... Лежали коло мамы чужие дядьки. Они с мамой спали вечно. Они маму били, приходили. И меня били. Маму, сын, Миша, сын, Миша, Люба моя. Маму, сын, Миша, Радісь моя, ти моя мила рідненька, я тебе я люблю. Сіню весняною пісеньку, я тобі мила дарю. Мамо, ти на ліліша, ти на гарніша, люба моя. Мамо, ти моє сонечко, сірочка ясна, радість моя.